Добро пожаловать на канал Hardress. Это инфо. Перед нами находится устройство Huawei MatePad Paper Edition. И сейчас я покажу вам, как перейти в безопасный режим. Итак, для начала нам нужно отключить наше устройство. После его полного отключения нам нужно зажать кнопочку питания и увеличения громкости. Подержать так до появления логотипа. И после появления логотипа отпускаем кнопочки. Попадаем в режим Recovery, и здесь мы выбираем Safe Mode. Теперь в левом нижнем углу мы видим надпись «Безопасный режим». Это означает, что мы в нем. А для того, чтобы из него выйти, нам нужно перезагрузить наше устройство. Зажимаем кнопочку питания, нажимаем «Перезагрузка». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.